Почему живопись великих художников эпохи Возрождения вдруг стала такой реалистичной и детальной, а в картинах появился свет и объем? В этом видео поделюсь своими примерами живописцев, использовавших камеру обскура, о которой я рассказывала в прошлом видео. И, пожалуй, самым показательным примером картины, которую удалось создать художнику благодаря использованию камеры обскура, портрет Шатты Арнольфини руки фламандского мастера Ян ван Эйка, написанный в 1434 году. Идеально прорисованные люстры сложной формы, зеркало на заднем плане с отражением всего окружающего убранства в таком малом масштабе. Тонко переданная игра света и тени. Именно эта точность привлекла внимание исследователей, которые нашли признаки использования названного устройства. На картине «Молочница» Вермеера хорошо видны некоторые дефекты, которыми грешат даже некоторые современные фотоаппараты. Боке и выпадение некоторых объектов из фокуса. Разумеется, эти же нюансы передачи картинки проявлялись при использовании камеры обскуры и системы LIN. Несколько занятных фактов я уточнила в описании к видео, а в следующей публикации я расскажу о другом устройстве, более портативном аналоге камеры обскура, чтобы вы знали больше, чем ответ на вопрос,